Рукопись 512. Тайна античного города в Бразилии. Рукопись 512 – любопытный старинный документ, который хранится в Национальной библиотеке Рио-де-Жанейро. Это 10 листов, написанных на португальском языке и уже практически рассыпавшихся от старости. Знаменитая рукопись 512. Называется эта рукопись очень интригующей, особенно для исследователей про цивилизации. Историческая реляция о неведомом и большом поселении древнейшем без жителей, кое было открыто в год 1753. Это экспедиционный отчет, написанный неизвестной группой португальских бандерантов, Рантов, охотников за индейцами. Банды Ранты уничтожили и вывезли из Южной Америки сотни тысяч индейцев. В XVI и XVIII веках банды-ранты совершали вылазки в труднодоступные районы Южной Америки, где ловили индейцев для продажи и искали месторождения золота и серебра. Кстати, именно из-за работорговли и грабежа в колониях Португалия и разбогатела в то время. Банды-ранты в поисках наживы забирались в самую глубь непроходимой сельвы. И там, если судить по рукописи 512, они и обнаружили руины мертвого города. Документ гласит, что в Сельве отряд увидел горы, сверкающие многочисленными кристаллами, что вызвало восхищение участников похода. Затем они увидели мощенную дорогу, проходившую по горам. Дорога вела к городу, который оказался необитаемым. Вход в него украшали арки античного типа, на которых были надписи на неизвестном языке. Дома в городе были каменными, двухэтажными и построенными по одному проекту. В городе также имелась большая площадь с черной колонной посередине. На ее вершине стояла статуя человека, который показывал рукой на север. На главной улице стояли огромные здания и храмы похожее на древнегреческие. Кроме того, имелись барельефы, на одном из которых был изображен юноша в лавровом венке. Один из членов отряда нашел среди руин большую золотую монету. На одной ее стороне был изображен колено преклоненный юноша, на другой лук, корона и стрела. Судя по описанию в рукописи, город был подобен Тимгаду, римскому городу найденному в середине прошлого века в песках Алжира. Тимгад. Руины среди пустыни. Тимгад или Тамугади – древнеримский город в Северной Африке, расположенный на территории современного Алжира, в 35 километрах к востоку от города Батна. Бандайранте Принялись исследовать окрестности города и обнаружили разработанные шахты. Причем вход в одну из них закрывала огромная каменная плита с высеченными неизвестными знаками или буквами. Автор рукописи 512 скопировал эти знаки, и многие исследователи отмечают, что они больше всего напоминают буквы греческого или финикийского алфавита. Знаки в рукописи 512. При этом в рукописи нет информации о том, где именно находится загадочный античный город. Конечно, эта информация не давала покоя многим исследователям. Многие люди искали затерянный античный город, но так и не нашли его. Рисунок в стиле фэнтези. Известный английский путешественник и исследователь Перси Фоссет считал, что этот город имеет отношение к погибшей Атлантиде. Также он был уверен, что на территории Южной Америки существовала великая развитая цивилизация. Перси Фоссет и его помощник Генри Кастин на руинах Тиуанака. Мечту его жизни было доказать это, однако его поиски не увенчались успехом. В 1925 году во время очередной экспедиции по поиску затерянного города он и его спутники один из них, его сын, бесследно исчезли в бразильской сельве. Тайна их смерти так и не раскрыта. Это кадр из фильма Затерянный город З, который рассказывает о жизни Перси Фассета, а загадочный античный город из рукописи 512 так и остался не найденным до сих пор наталья трубиновская исследователь древних цивилизаций писатель и ссылка на источник на этом все всего хорошего белых пятен на планете пруд пруди юрий шатохин канал веб рассказ новосибирск до свидания